С начала этого года следователи возбудили 12 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом контрафактных алкоголей и сигарет. Однако эта партия является самой крупной. Обыски прошли на складах, в домах и гаражах подозреваемых. Полицейские изъяли не только поддельные сигареты и алкогольную продукцию, но и почти 22 тонны спирта, более 1,5 миллиона рублей и электронные носители информации. Все это станет уликами в уголовных делах. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с декабря 2019 года. Они приобретали крупные партии немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, а затем продавали товар в розницу на территории региона. Всего полиция задержала 5 подозреваемых. 2 из них сейчас находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Ксения Колоскова при поддержке Главного управления МВД России по Волгоградской области.